Салют. Привет. Представься. МЛД. Кто твой оппонент сегодня? Арут. Пару слов о нем. Циркач, шут, армянин, тренер. Смотрел его прошлый батл? Да, смотрел. Как думаешь, какие шансы тебе на сегодня? Ну, не знаю, посмотрим. Ну, давай, удачи тебе сегодня. Спасибо. Салют. Старовенки были. Представься. Арут, 10. Кто твой оппонент сегодня? Мой личный даун, маленькая лживая девочка, МЛД и еще пару личностей, о которых вы сегодня узнаете про него. Пару слов о нем, что можно сказать вообще? Ну, как парень, может, неплохой, слухов за него вроде нет особо непорядочных, я узнавал. Вот, ну, сегодня посмотрим, что получится. Смотрел его прошлый батл? Слушал, глаза болели. Ну, давай тебе удачи сегодня. Спасибо. Всем салют, это Арена Battle Rap, дайте максимум шуму! Итак, это второй эпизод первого сезона формата Капелла. МС слева, представься. Арут 10. Дайте ему шуму. МС справа, представься. МЛД. Дайте ему шуму. После жеребьевки начинает МС справа. Дайте шуму. Первый раунд. Арут. Арутюнян, твоим родителям явно не хватило фантазии, так же, как и тебе, придумать годные панчи. Ты придворный шут, играешь на камеру, но ты забыл, что играешь по моим правилам. И ты единственный, кого я не хотел тут бэтлить, ведь у тебя столько косяков, что всю арену загребло ФСКН, блять. И ты полез в батл-культуру, зачем? Вот-вот начнется лето, а ты еще не открыл точку с персиками на пляже. Кто будет зазывать людей поиграть в тире без... Кто будет зазывать людей поиграть в тире? Беспроигрышная игра, приз в любом случае. Все, давай, орут, завязывай, а то новороссийск перестанут приезжать отдыхать люди. Или ты типа жесткий армян. После бата придут вакинты, увезут меня в лес на своих лады седан. Ах да, я забыл, ты же носишь Гуччи. Блять, вызовите пожарных, тут воняет горючим. Но это не только твой шмот, это весь твой образ. Рыба гниет с головы, ты уже сгнил полностью. Копишь бабки на батл с Димасой, чтобы словить хайпа. Как ты будешь его выносить, долбоёб? Весь твой рэп — это погоня за лайком. Весь твой флоу — это MC-пох. Как же тяжело выносить человека, который даже тебя не поймет. И все твои панчи по фактам — это ешь же, брат. Какой из тебя батл, MC? Ты же тренер детской команды, блядь. И этот парень — великий цитатник. У меня чистый пол, потому что твой мужчина — это тряпка. У меня чистый пол, потому что твоя тёлка зашла прибраться. И твоя тёлка настолько горяча, дебил, что я заваривал в ней чай и пил. И твоя тёлка настолько горяча, долбоёб. И твоя тёлка настолько горяча, долбоёб, что после меня у неё пульс проёбан. Она не бревно, она лёд. И она спит целыми днями, потому что я ей снюсь. Она спит целыми днями, потому что после тебя у нее инсульт. И это реклама на стене. Работаем над скоростью и техникой. Теперь понятно, почему после BPM все дети решили забрать свои деньги. Невнятная читка, уебищный голос. Фол на низах, зато эго на троне. Кепка назад, пузо горою. Вместо микро, угли и рожек. Дайте мне бит, я его вынесу, звоните 02. Они уже выехали, тут пропал мальчик лет 20. Какие приметы? Хуёвый МС? Давайте подробнее. Ну как им сказать, такой, блядь, уродливый, лет 20, по-моему, я понял, подходит он, да, это он, спасибо за помощь, дальше я сам, будьте свободны, и мы живем в черном городе, но это не Готэм, и я тут антигерой, но не Джокер, эти строки в голове не дадут мне покоя, я забыл, как спать, но это не важно, важно, что происходит сейчас, по-моему, не понял, прилюдная казнь, меньшее, что я мог тебе дать за твои строки, Сталин бы поставил печать расстрелять. И мы живем в черном городе, но это не Готэм. И я тут антигерой, но не Джокер. И этот сезон словно клетка. Мы на арене, мы в Колизее. И да, для меня это шанс, для тебя это хайп. Ты не нужен рэпу, ты нужен на складе своей точки с паленой обувью. Да-да, я это знаю. Ты думал, что скроешь, но хуй там плавал. Мы живем в черном городе, где даже стены сливают инфу. Мы живем в черном городе, где даже слепой увидит всю тру. И твоим рэпом озвучивать Галилео. Мой рэп — это первый канал. Я выслеживаю тебя так, как Пугачев. Чё, высадила сына Галкина, ай ты мудак, тик-так, время течет, вот так, дурак. Мои панчи слова, твои панчи тот дырявый носок. Ты освободил рейтинга из оков, но сам не заметил, как оказался в кандалах молодого. И я ебашу за тру, в моих текстах нету выдумки. Ты ебашишь шашлык на маринаде вишеса. Ты выскочка, та собака, что упала с обрыва. Ты хотел добиться высоты, но не учёшь высоты, больнее падать. Подумай дважды, нужно ли тебе лезть в рэп-игру? Рэп — это игра, где такие, как ты, не ждет хэппи-энд. Рэп — это игра, где нет гейм-овера. Я в рэп-игре, потому что текст мой кислород. Ты вдыхаешь углекислый газ. Если молодой на арене, считай, что ядовитый плющ в здании. Раунд!
Е-е-е, дайте шоу! МС слева, первый раунд. Дайте максимум шуму. МЛД. МЛД. Слышь, придурок, это что за такая крутая аббревиатура? Мастер Лиза Дилда? Или мамкин любимый дрочер? МЛД. Что ты этим сказать хочешь? Что это за волшебные три буквы? Они не вселяют страха. Когда твои друзья идут к тебе, они идут нахуй. И это знает тут каждый. Нет смысла спорить. МЛД, ты сегодня проебешь? Простите за спойлер. И перед тем, как забатлить тебя жестко и сжечь тебя в угли, я захотел узнать, кто ты, и решил загуглить. Биваем дружно, МЛД. И я сразу понял, что если не найду смысла в твоих словах, то ты мне разглядеть поможешь. Итак, МЛД. Микроскоп люминесцентный дорожный. Ебать ты гангстер, опасный русский рэпер, угроза всем копам. Кто-то хочет батлить с Оксимироном, а я батлю с тем, кто назвался микроскопом. Но я еще дальше, ведь тормозить уже поздно. И я нашел еще МЛД. Минимальная летальная доза. А вот это звучит уже круто. Сразу видно, Данила опасен. Минимальная летальная доза. А эти суки тебя еще дразнят? Данила, успокойся, успокойся. Выдохни. Все хорошо, ору, прием. Вы понимаете, всего лишь чуть его ебаного текста и вас нахуй убьет. Ну, и наконец, чтобы вариантов осталось минимум, все слышали трек ЛСП. Малышка любит дилера. Эй, малышка. Как там твой дилер? Любовь-то взаимна. Вам, небось, мало одной дозы, пока кому-то малого целого мира. И у Данилы ВК всего 7 подписок. И мы с вами понять можем, что к выбору пабликов он относится предельно осторожно. И значит сказать, что Данила подписан на то, что ему неинтересно нельзя. И я нашел там у него охуенный паблик. Поясняй и разъясняй. Значит, ты серьезный парень, раз не зря в этот паблик зашел. Данила не боится гопников, ведь может им пояснить за свой шмот. Но я задам тебе вопрос, ответ на которого ты не найдешь сил. МЛД, за свой рэп мне давай поясни. Почему он такой убогий? Почему он такой безликий? Скажи честно, кому ты отсосал, чтобы показаться в этой турнирке? Ты серый, обычный. Смотрю на тебя, и мол, одевает скука. Ну давай, подпишись на меня, я поясню тебе за каждый твой поступок. Начнем, пожалуй, с Вишаса. Там была очень ситуация забавна. Когда у нас был конфликт, он поддержал этого уебана. Окей, твоя поддержка ему... Твоя поддержка ему для меня совсем не помеха. Но ты начал хвалить меня, как только сразу же Вишас уехал. О, все, не успокойся. Я все понимаю. Кто-то любит БДСМ, анал, раком. У каждого в сексе свой вкус. А вот Даня обожает рэперский аналингус. Подлизал Вишасу, подлизал мне. Наверное, у твоего языка весеннее буйство. Ты всегда ходишь в школу со сменкой, ведь ты мастер переобуться. Слышь, мальчик, я наоборот лучший по панчу, у меня лучший стиль, лучшая подача. А что ты, хедшот убит? Я это шторм, что ты зря вышел на ринг. Слышишь, Даня, ты хотел быть как Даня Козловский? Но ты зря в себя поверил, ведь новороссийский я для тебя тренер, а ты лох по жизни. Да-да-да, ребят. А ты лох по жизни, причем лох стопудовый, ведь твоя девушка работник месяца. Работник месяца на портовой. Я играю в рэп. И играю его на стиле. Ты играешь рэп, только такая игра будет на стиме. Когда я говорю раунд, всем становится грустно и страшно, будто из-под ног уходит суша. Ведь когда я говорю раунд, все понимают, что сейчас им придется тебя слушать. Раунд. Е-е-е! Дайте максимум шуму! МС справа, второй раунд. Начинай. Дайте максимум шуму! Я включил твой раунд,
Я подтяну тебя за язык. Если рэп для тебя это хобби, то тогда что ты тут забыл? Хобби для себя, про это почти никто не знает. Твое хобби не рэп, а торговать ебалом. Такие как ты позорят культуру. Сегодня ты в центре внимания, а завтра никому не нужен. Если тебя поджечь, то ты будешь гореть ярче, чем факел. Твоих волос на груди хватило бы согреться выше, чем в фильме Леонардо Ди Каприо. А ты этого и добиваешься, ты хочешь прославиться. Скажу тебе так, у тебя дефицит внимания. Обиженный жизнью никчемный пацан. Не шарит про рифму, стиль и вокал. Зато шарит за фотки, предпочитает мейнстрим. Вот вам фото, как просили, но только без еды. И ты настолько самовлюблен, что ты лайкаешь фото самому себе. И ты настолько самовлюблен, что перед батлом в зеркало сказал, что тебя ждет успех. И после просмотра твоего BPM я подумал, что не может быть хуже. Но потом наткнулся на диск, где тебя вызывает какой-то фейс из-за того, как сдал известен. Я не могу понять, вы что там соревнуетесь между тем, кто хуже попадает в бит, когда мне вас жаль, Jay-Z тот главный фаворит. И его трек «Кто, если не мы? Кто мы, блядь? Ты один там? На, братишка, я тебе покушай принес. На батах весь... На батах... На батлах весь такой опасный, грозится порвать каждого. Но ведь сам записал трек с девчонкой, как менял бабка в перчатке. А потом безответно влюбился. А все потому, что в твоей голове ходят ветры, а не ветра. И да, я люблю доебаться до произношения слов докажет. Но меня реально бесит, когда читают даже про то, что не знают. И как ты там говорил, у каждого две жизни. Вторая начинается, когда понял, что жизнь лишь одна. Мой тебе совет, начинай понимать или рой яму прямо сейчас. И... И все так ждут ебанутые панчи. Каждый второй сюда пришел посмеяться. У меня к батам другой подход. Я стараюсь не рассмешить зрителей, а застыдить оппонента. Ведь это рэп-батл, а не очередной выпуск ЭВН. Да, да, да. Так, секунду. Дайте шуму! И чего ты хотел добиться тем дистом? Думал, что Вишес выскочит на бэтл с тобой и все решится. Его так задели комменты, орут и обидели. Так, Вишес, оголяй животик, сейчас проверим, кто у тебя родится. Для тех, кто не понял, против меня не просто человек, не просто MC. Это же сам Арут, а.к.а. палящая УЗИ. Не похуй ты выбрал себе шабашку. Ну и кто ты без своей красной курточки? Армянин, тренер и ультразвуковое исследование организма с целью диагностики, а.к.а. УЗИ. И вы стараетесь копировать Запад, но даже не понимаете, о чем они, блядь, читают. Неправда. Так, секунду. Давай, дайте шуму! И да, чуть не забыл, Вишес прямиком судно передает тебе привет. Просил сказать, что занимается там приготовлением твоей мамы. А после того, как вернется и вовсе вынесет тебя нахуй. Даня, ты сам говорил, что нам нужно делать уровень. У нас уже появились хейтеры. Но тогда почему ты пропускаешь его видосы в ленту? Приглашение на батл арену. Тоже мне лучший MC в городе. Да если бы ты раздавал флайеры, то было бы больше толку, сука. И как пишут текст обычные MC? Роют инфу, слушают оппонента, а Рут не заморачивается. Он просто копирует свои треки, свои панчи из треков в бэтл. Трахнул твою суку, ушел по-английски. Трахнул барана, ушел по-армянски. Это по-нашему, это по-нашему. И говорят, что он раньше хорошо играл в футбол. Прям каждый день занимался. Но потом пришел Young Trap и сказал, иди ты нахуй со своим футболом. И Арут ушел в рэп. Но не забывай, что сырный лаваш, это твой бодибэк. Я MLD, пробиваю тебя, как будто ты DSP. Что ты хочешь, хобби, тебя ждет дорога, Мордор. Твое око Саурона, уже напряжение, расслабься, Фроду. Я сказал свое слово, арена. Дайте шуму! MC слева, второй раунд. Дайте максимум шуму. Скажи мне, какие у тебя батлы, Даня? Ведь ты просто корм тут на поедание. Кого у меня тут опять в пару дали? Ты знаешь, тебе пизда сегодня, парень. Ты не рэпер-петух, ты рэпер-птенчик. Почему на батлах ты сюда застенчив? Ну-ка посмотрите в это сыкливое ебло. Смотреть нужно в глаза, а он смотрит в пол. Значит, пока соперник доводит толпу до максимального пика, MLD думает, какая хорошая плитка. Когда он заходит в бау-центр, то по привычке начинает читать рэп. Он хотел себе купить новых пару кед, а купил паркет. Он боится разговаривать с девушками. И я не пиздобол. Он всегда от них отворачивается, ведь они противоположный пол.
он грустит, что Бузова живет на Эвересте, и она теперь его кумир. Он грустит, что им мал половин. Да, мало половин. Чувак! Чувак, неважно, стар ты или молод, но Даниил не отведет от тебя взгляд, если на тебе рубашка пола. Но это батл, дебил, тут глаза смотреть надо. Но чтоб ты посмотрел мои, мне походу нужно одеть очки из ламината. А, или может быть ты борцуха и на батл случайно забрел, и потому постоянно по привычке тыкаешь в пол. Или, может быть, текст забыл и на полу шпаргалки оставил. Да нет, все куда проще, и мы это знаем. Ты очко, сыкло, боязливая тёлка и сучка. Решил стать чемпионом? Нет, это не тот случай. Такие, как ты, только смотрят в пол и постоянно отходят назад. Да как ты можешь посмотреть на победу, если даже боишься посмотреть мне в глаза? Все орут! И меня, если честно, так тешит эго, что меня постоянно тут все упоминают. Я уже стал бы миллионером, если бы за это платили бы налик. Вот на прошлом батле меня задел слот. Я обосрался, шо пиздец. Но повторюсь, я уже привык, что меня упоминают тут везде. Орут такой, орут сякой, для меня создали уже отдельный мирок. Меня так часто упоминают, как будто я новороссийский Оксимирон. Но это ведь шутка, у меня нет ЧСВ. Но слоту я кое-что передам. На этом батле про тебя ничего не скажу. А вот на следующем тебе пизда. Кстати, Вишесу я тоже привет передам. Ведь мне так нравится, как у него постоянно горит пердак. Я уже шутку снимаю этого дурачка, пока он там плавает в рейсе, а он в комментах плачет. Фу, тупой орут, как он меня бесит. Кстати, кто знает, как переводится Виша с английского? Я знаю. Как? Грешник. Грешник, да. Это уже мой панч, уже запоздал. Нихуя, я наставил. Не, не, это его панч. А кто знает, как переводится Виша с армянского? Никто не знает, нет? Переводится как ебаный петух. Сложная загадка вообще! Так что, Вишес, кукарекай там, пока ты находишься в море. Ты вернешься в Новороссийск, уже будешь плакать от боли. Ведь ты лох, просто нахуй послан. Любой мой панчлайн, ты будешь обоссан. Он писал в комментах, что я панчить не умею. Тупой придурок. А когда это у нас в рейсы стали ходить геи? Вишес, значит, грешный. Хочешь, чтобы мы тут насмерть бились? Если Новороссийск — это город грехов, то ты желтый ублюдок, а я твой личный Брюс Уиллис. Ну, и напоследок пару слов о тебе. Мне не важно, что ты там пропердел, ведь твоя сторона победы не видала. Да, ты МЛД, ты мой личный даун. Даун, который боится смотреть глаза. Даун, который лижет всем зад. Даун, который почему-то не понимает, что он долбоеб. Даун, который получит сегодня очередной проеб. Слышь, Вася, устомкни пасть, уходи в сторону, как раб Себастьян. Ты перебивал оппонентов на батлах, это очень неспортивно. За это я готов разъебать таких, как ты, и сделаю это красиво. О чем с тобой говорить? Ты мешаешь оппонентам, смотришь в пол. Хочешь жить со всеми, а значит не дружишь ни с кем, так что соси мой болт. Ну, знай, если ты хочешь перебить меня, знай, мне будет поровну. Вставляй свои слова в чужие раунды, пока я оставляю свое имя в историю этого города. Раунд! Они не сами. Ребят, давайте еще раз пошумим этим парням. Ну что, Грип, начнем с себя. Тебе немножко не хватает расстановки акцентов. Ты выходишь, у тебя сплошной поток, просто я не успеваю даже там, ну, разобрать. Где-то надо тебе успокоиться, сделать панчи, как-то расставить свой текст, правильно прочитать. Потому что, ну, не воспринимается это на акапелла никак вообще. А тебе немножко надо подтянуть дикцию. Вот есть моменты, где ты проседаешь. Но я отдам голос Аруту, он был лучше. По традиции.
Красавчики, пацаны. Смотрите, после первого раунда я еще сомневался. Скажу, тебя приятнее слушать, ты вот так стелишь. Ну, верно сказали, в некоторых моментах нужно сделать паузу. Ты, наоборот, у тебя такие моменты, это где-то у тебя слишком длинные паузы, где-то ты перебарщиваешь с артистизмом, но вторым раундом ты взял. То есть, блядь, было намного интереснее, были смешные ударные моменты. То есть, у тебя идет, приятно слушать, но нет таких моментов, которые, типа, делают толпу вау. То есть, не то чтобы просто... панч ради смеха. Нет, каких-то даже просто ударных, интересных. Так что мой голос будет рут. Но батл клево, пацаны. Да, у тебя очень прикольные бывали вот такие вот выстрелы, очень интересные. Но иногда толпа говорит, я говорю, а остальные рут! А! Рут! А! Рут! Голос за тебя, старик, прикольно. Вообще, ништяк. Ну, это у меня уже, видишь. Слэнг. Нет, реально, очень прикольно сделал. Я вот все отдам. Нормально. А! Рут! А! Рут! А! Рут! Красавчик. 3-0 победил МС Слева. Дайте максимум шуму!